Всем привет, уважаемые зрители. С вами канал Underworld и его ведущий Степан. Сейчас я еду на московском центральном кольце на поезде и отправляюсь на велопарад. В поезде очень много народу едет с велосипедами, кто тоже отправляется участвовать в московском осеннем велопараде. Сейчас тоже присоединюсь к колонне. Колонна велосипедистов тянется на многие километры. Голова колонны уже, наверное, находится где-то в районе Кремлевской набережной. Это ориентировочная середина, которой я постоянно держусь за счет того, что то немного обгоняю, то останавливаю, чтобы поснимать. А хвост колонны, тяжело сказать, но, наверное, еще очень далеко на Яузе находится. А это уже Кремлевская набережная. Ох, как растянулась колонна. Я сейчас снимаю на максимальном зуме. У поворота, у выезда с Котельнической набережной, там еще хвост колонны. Точнее, не хвост, а, наверное, середина. Thank you.
Вот я и добрался до финиша. Сейчас посмотрю по компьютеру статистику. Итого 35 километров. С учетом того, что я добирался еще от станции МЦК «Ботанический сад» до места старта. Средняя скорость 17,7 километра. Максимальная 35,1. И время в пути 2 часа 25 секунд. Тем временем народ потихонечку подтягивается к месту финиша. Попробую помыться после загородных покатушек. Грязи на велосипеде немерено. Дорогие друзья, уважаемые подписчики, я заканчиваю рассказ об осеннем велопараде в Москве и прощаюсь с вами. Всего вам самого хорошего. До новых встреч на нашем канале. Смотрите велостал по площадкам коллайдера Дик, Слободской ручей. И не забывайте подписываться на наш канал и ставить лайки.